Первое, немедленно продлить пенсионный возраст до 67, так как это сделано во всех цивилизованных странах. Ну что, народ, погнали! Суровая машина законотворчества продолжает хуярить паровозом по кошелькам честных тружеников. В результате огромного количества научных достижений, создания антибиотиков, вакцин, препаратов, снижающих холестерин и сердечного аспирина, продолжительность жизни людей увеличилась на 30-40 лет. И сегодня, когда в 55 лет женщина выходит на пенсию, совершенно очевидно, что еще 30-40 лет она проживет, не работая, и с этим что-то надо делать. Честное слово, я кроме злорадства ничего не испытываю, когда вижу вот это. Что сказать? Кто чем занят? А я нахожусь в машине скорой помощи. Прекрасные доктора, девчонки. Почему я в скорой помощи? Потому что первый раз в жизни у меня поднялось давление. Контролируется давление. Контролируется. Малышевой нет и 60, 58 лет. Первое, немедленно продлить пенсионный возраст до 67, так как это сделано во всех цивилизованных странах. Ну ты видел? А я тебя на маленьку люблю, поэдя! Сразу вспоминается глава регионального пенсионного фонда, который предлагал всем жить и работать не менее 80 лет, а сам умер в 59. Глава ПФФ, предлагавший работать до 80 лет, умер, не дожив до 60-й, Николай Левин ушел из жизни в возрасте 59 лет. В одном из московских аэропортов скончался глава ПФР Карелии Николай Левин, выступавший ранее за идею о том, чтобы россияне работали как минимум до 80 лет. Как сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска, Левин скончался в возрасте 59 лет, не дожив до старого возраста выхода на пенсию в 60 лет. Пиздец нахуй, блять! Как вы это любите?